Здравствуйте, друзья! Я вас приветствую на County Fair в городе Ватсонвилл, в таком центре сельскохозяйственного производства, обработки сельхозпродукции. Вот это перед вами ярмарка. Ну, как бы понятно, что это карусели, понятно, что это железная дорога, это для деток. Вот смотрите. Но не только. Сейчас идем дальше. Сегодня суббота, а ярмарка началась в среду. Она идет 5 дней. Вот завтра еще воскресенье будет идти. Приехали мы практически к открытию, к 10 часам утра. С 10 до 6 вечера. С 10 утра до 6 вечера. Вот, народ прибывает массово. Еще мало людей. Тут много павильонов. Мы вот в один зашли. Это все настоящее, друзья. Все абсолютно настоящее. Напоминает, как бы сказать, выставку достижений народного хозяйства местную. Видите, что сельхозпродукция. Вот он тут места какие-то выдавали. Видите, они с премиальными всякими флажками. Здесь все время соревнования проходят, и их оценивают. Так, Света, что тут такое? Вспомните известную сказку про Чиполлино. Где Чиполлино? Ну, вот здесь вот этот сеньор Баклажан, там мистер Ананас там или кто-нибудь еще. Я понял, это поделки. Поделки из овощей и фруктов. А вот смотри, это из картошечек молодых. Из молодых картошечек народное творчество, понимаю. Так, ой-ой-ой-ой. Это наши морские лебеди. Да. Это морской лев? Да. Я тебя умоляю. Да-да-да. Зачем? Ну да. Ой, это непонятно кто. Это на утку похоже. Да. А это на черепаху из дыньки. Только она гнить стала немножко. А вот ежик какой-то, смотри. Вот хозяйка на заметку, как можно сервировать стол с таким ежиком. С виноградом. Боже. Это баклажаны, видимо, такие. Ну да. Ну, сегодня один из последних дней, поэтому тут уже гнивать все стало малька. Понимаешь, им уже призы раздали. Видишь, они с ленточками. Вот такими. Ну да, но первый день свежий был, сейчас немножко пошли. Да. Вот у них тут, значит, какое-то семейное хозяйство, фермочка. И вот они на ней производят. Никто этого не продает, друзья. Так оно просто стоит и все. У нас тут и грибочки производят. Вот смотрите, какие. Да. А вот тут уже продают, друзья. Вот тут уже можно непосредственно приобщиться, да. Так. И многие приобщаются. У нас с вами на глазах. Вот к вопросу о тыквах. Видите, это все чемпионки такие лежат с какими-то знаками отличия. Ой-ой-ой. Вообще у меня большое желание сюда внучек моих привезти, но одна, может, не поймет ничего, а другая бы с удовольствием, мне кажется, которая постарше, Саша. Да. Это надо довести такую, дотранспортировать. Мама родная. Так. А это они просто повырезали так их ножичком красиво. И завернули, чтобы не высохли. Так. Пластик такой блестящий. Вот еще из наших, из чучел местных. Вот такие. Я даже не знаю, они что, специально такие гиганты выращивают для ярмарки или просто неожиданно для самих себя у них получается. Ой-ой-ой-ой-ой. Самый синий памкин. Они оценивают не только размер, но, наверное, Свет, правильную встань форму. Рядом, встань рядом. И правильную форму, да. Но почему-то этот ниже лежит. Этот ниже лежит, хотя у него только второе место. Да. А это вроде поменьше. Но у него подставка. Форму. У него подставка ниже. Нет, у него более правильная Давай, форма. Свет, я отойду, чтобы было видно размеры.
Тут вы видите, друзья, такую стенку с продукцией типичного такого характерно американского увлечения бабушек сельских. Вот эти вот цвет квилт, как по-русски мы бы сказали. Что? Лоскутное одеяло. Лоскутное, ну. В общем... Я вот видела, я не думала даже, но там вот женщина, да, и сшивает вот такие малюсенькие сантиметры размера кусочки, вот как вот на этом вот, видишь? Да. Вот это вот все по сантиметру сшито вместе, вот она сидит за столом и сшивает их вместе. Да, мы сейчас посмотрим на людей, которые этим занимаются. Ну вот это очень такое характерное американское такое. Да, ну очень деревенское, конечно. Ремесло, так, да, скажем, да, увлечение. Очень такое выглядит. Вот конечно, люди сидят, и вот они как раз этим занимаются и показывают деткам. Я удивилась, что это все делается из малюсеньких кусочков. Видишь, какие кусочки размерчики? Да. Вот они сидят и вышивают. Девочки показывают. That's excellent. Can you take, do you do it with your fingers, or do you have that little probe that goes down? Nope, I don't have that. It's all by hand. Oh, wow, cool. Oh, that's beautiful. Now, this is like the Navajo. Yeah. Is it? Yeah. Actually called rug twining. Oh, okay. What? And do you buy a kit of those? Вот видите даже, они все еще друг с другом опытом обмениваются. Ну, вот, но уже не девочки молоденькие, видите, вот, молоденькие девочки этим уже, видимо, не увлекаются. О, моднятина какая, ребята. О, как сделано. Как в лучших домах. Современная вещица. Вот тут такие прям панно настоящие. Как произведение искусства, можно сказать. Прикладного. Я хочу сказать, друзья, что нам, вот, американцам, можно сказать, трудно было понять, вот, например, в Амстердаме, там рядом с Амстердамом парк, Киттенхоф, или как он там назывался, где нету карты, как по парку там пройти, а можно купить только путеводитель там за 6 евро, а в нем уже внутри карта. Выдрать карту и выкинуть путеводитель. Вот здесь такого нет. Здесь все бесплатно и на каждом углу. Единственное, что мы за вход заплатили $12, но мы там заплатили. Человек. Народ начинает прибывать, становится более так многолюдно. Это называется стеночка профессиональное цифровое искусство. Как-нибудь, наверное, компьютерно сгенерированное, такое спиритуальненькое. Да, во время ярмарки здесь идет выставка любительского такого искусства. Вот тут тоже призеры. Вы видите, вот среди любителей. Аиста человек нарисовал хорошо. Получил приз. Это вот американские пацаны в бейсбол играют. А это я бы назвал кошачьим концертом. А здесь такая секция, друзья, здесь собачек раздают. Вот если хочешь собачку, вот их тут раздают. Adoption. Да. Здесь вольеры. И в вольерах собачки. Вот хочешь, пожалуйста, забирай. Я издалека думал, что это указатели, а это список спонсоров, оказывается, этой самой ярмарки. Я бы тоже так попрыгал. Но в основном тут дети, я смотрю. Да, хорошо. На наших глазах сейчас шарик с девочкой надули таким электрическим пылесосом. И туда бабах ее. Уп! Девочку в бассейн.
right over here. Так. Вот сейчас мы увидим. Тут еще одну девочку. Запустили. Давайте понаблюдаем. Она там уши закрыла пальцами. Вот. А тут еще одну девочку надувают. Друзья, если кому-то идея для бизнеса нужна, вот, пожалуйста. Так. Оп. Да. Ты можешь перебирать ногами и ходить в этом. Да. Но поскольку шар плавает, он надутый воздухом, то в бассейне ты встать не можешь. Но поэтому они там же, все окурхаются. В этом же фан какой, смотри, они же там радостно. О, девочка встала, смотри, опа. Опа, да, они там радостно кувыркаются. Мы тут нарвались на мою любимую маечную компанию. Называется она The Mountain. Вот. И такая индейская тематика. Вот мы купили пару маечек. Нет. Смотрите, друзья, какие бывают организации на свете. Banzai Club. Что они делают? Они делают вот такую красоту. Джапанис Блэк Пайн, пожалуйста. А это вот китайский лендскейпинг в китайском стиле. Тут есть название на работу. Черная сосна называется. Такая у людей склонность к миниатюризации. А тут у нас, друзья, какие-то чемпионские букеты. Можно людей с фотоаппаратом сюда пригласить. Тех, кто красоту снимает. Наверное, они тут могут как-нибудь штативчик свой установить, позицию выбрать и, может быть, какие-то замечательные совершенно кадры для себя заснять. А вот еще вот такие и такие. Yeah.